Современные, быстрые, безопасные. Новые электробусы в Химках. Увидеть агрегат не на улицах, а на стартовой площадке удается не каждому. Экскурсию сегодня провели только для школьников 17-го лицея. Кабина водителя была покорена сразу. Круто! Этот троллейбус новый, очень удобно. Не то, что вот на этих старых. Там трясет все время. А на этом вот прям вот хорошо. Мне нравится. Весь процесс от и до. Перед отправлением по маршруту транспорт приводит в порядок. Помочь взялись и школьники. Щетки, мыло, вода. Приступили к очистке лобового стекла. Экскурсия плавно перешла в ремонтный цех. Ребятам выдали кисти и отправили на покраску рогатого транспорта. Красил дверь троллейбуса. Ага, и как тебе? Мне понравилось, очень сильно понравилось. Экскурсию провели в рамках проекта «Безопасные дороги». Детям показан самый инновационный вид транспорта на сегодняшний момент, который у нас есть, да есть практически в Московской области, это самый инновационный транспорт. Они проехали сегодня, посмотрели, как он устроен, посмотрели, как он работает, как он может работать из контактной сети, бесконтактной сети. Всего за час работ троллейбусного парка в теории и на практике. Напоследок фото и, конечно, впечатления.